Почему мужчина закрывается? Дорогая, я проживаю сейчас боль и страдания. Если я скажу открыто о том, что у меня происходит внутри, ты точно знаешь, чего говорить точно не нужно. Закрываются и уходят в себя. Почему мужчина закрывается? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях, основатель образовательной компании «Фаза роста». В этом видео я расскажу причины, почему так происходит и что же с этим делать. Перед тем, как мы перейдем к сути, прямо сейчас подписывайся на канал, ставь лайк и смотри это видео до конца. Из статей в интернете, из некоторых классических книг мы можем знать, что для мужчин это нормально закрываться, когда зачастую это происходит, когда мужчине плохо, когда у мужчины депрессия, когда у него что-то не получается, и он закрывается, уходит в себя, уходит там в какую-то пещеру, он восстанавливается и потом возвращается обратно. И я сейчас буду объяснять мое мнение на этот вопрос, и перед этим смею заметить, что женщин то же самое. Многие женщины точно так же, не только мужчины так делают, женщины тоже закрываются, когда им плохо. Не все, но многие. И более того, дети делают то же самое. Вспомни, когда ты была ребенком, когда тебе было плохо, ты закрывалась, уходила в себя или было как-то по-другому? И, возможно, если у тебя уже есть дети, как бы так проанализируй, были ли такие ситуации, когда ребенку плохо, он закрывается. А почему так происходит? Если говорить психологически, это идет из про... Я сначала объясню, почему это происходит психологически, а потом логически. Психологически это происходит та же ситуация, которая была в детстве. То есть, когда ребенку плохо, что же ему хотелось на самом... То есть, давайте подумаем о ребенке, которому сейчас 5 лет, который сейчас непослушный, дебоширит, маму с папой не слушается, кричит, бегает по квартире. Что на самом деле хотел бы получить этот ребенок? Он сам этого не понимает, потому что он ребенок. Он логически этого объяснить не может. И многие родители, которые не прокачаны как родители, они тоже этого не понимают. Но на самом деле ребенок хотел бы получить любви и внимание. Родительскую любовь и заботу. Без слов, без пояснений, без умничаний, без объяснений, что так нельзя себя вести. Это бессмысленно объяснять 3-5-летнему ребенку, как правильно, как неправильно себя вести. Но что получал ребенок в большинстве случаев, когда он плохо себя вел? Или поучение, или его били, или на него не обращали внимания, или ему угрожали силой, или что придет баба, или его не возьмут там куда-то с собой в гости, и поэтому ему нужно вести себя хорошо. То есть большинство детей, когда им было плохо, когда у них был стресс, они не получали родительской любви. То есть они не получали то, что им на самом деле хотелось. И знаете, есть такая фраза, что то, что ребенок получает сполна в детстве, в том он перестает остро нуждаться во взрослой жизни. То есть, если ребенок сполна получил родительской правильной любви, то он вырастает каким? Самодостаточным. Он вырастает самодостаточным, а не недолюбленным. Так вот, возвращаясь, почему мужчины закрываются. Когда мужчине становится плохо, он проживает такое же состояние, что он проживает некий стресс, и у него внутри боль и страдания. Казалось бы, почему бы не сказать миру, не сказать жене, что, дорогая, я проживаю сейчас боль и страдания, мне сейчас плохо, и вот я хотел тебе об этом сообщить, давай об этом поговорим. Почему он не говорит об этом открыто? Потому что он понимает, что если я скажу открыто о том, что у меня происходит внутри, то, скорее всего, я не получу ту реакцию, которую я хотел бы на самом деле. И, скорее всего, это не просто мое мнение. Скорее всего, я уже делился когда-то, что мне плохо, и в ответ я получал не ту реакцию, которую мне хотелось бы на самом деле.
Если ты такая же девушка или женщина, которая, когда плохо закрывается, подумай, почему ты закрывалась или почему ты закрываешься. Потому что ты понимаешь, что если ты придешь в свой Facebook, ВКонтакте или в Instagram, опубликуешь пост, что мне сейчас плохо и я страдаю, скорее всего, ты получишь не ту реакцию, не ту поддержку от людей, которую тебе на самом деле хотелось бы получить. И поэтому что мне сделать? Мне проще закрыться и уйти в себя. И ни с кем не общаться. Но давай представим, как бы могло бы быть в идеале, когда у нас с тобой открытые взаимоотношения. И я точно знаю, что хотелось бы получать, что бы хотела получать моя жена, моя женщина, например, представим, ты моя жена. Что бы ты хотела получать, когда тебе плохо? Скажи, ты была бы более открыта со мной? Конечно, ты понимала, что я с Ярославом могу быть настоящей, могу быть открытой. Ведь когда мне нужна будет поддержка, он точно знает, как меня правильно поддержать, чтобы мне быстрее восстановиться. И он точно знает, чего делать точно не нужно и чего, что делать неправильно. То же самое представь мужчину, которому в отношениях, ну, который в отношениях, и который сейчас, например, там пришли и воровали, например, его офис. И он там получил убытков на несколько десятков тысяч долларов в бизнесе, и он сидит, плачет, лежит, плачет на диване, да, в пятницу вечером. И ты точно знаешь, как его поддержать. Ты точно знаешь, чего говорить точно не нужно. Или вообще, что не нужно говорить, а нужно, например, условно подойти его, просто обнять и целовать, и говорить, какой он классный. Например. И поэтому в действительно классных отношениях, где есть близость и открытость. А что такое близость и открытость? Это когда я точно знаю, что нужно моему партнеру. Это когда я точно знаю, чего ему не нужно. Это когда я точно знаю, что нужно этому мужчине, и что ему не нужно, что нужно этой женщине, и что ей не нужно в таких ситуациях. Понимаешь? И если мужчины в твоих отношениях закрываются и уходят в себя, и в итоге, в любом случае, да, чем дальше, тем хуже становятся отношения, это значит, там не выстроена близость-открытость. Значит, ты еще пока что не знаешь своего партнера, не знаешь мужчину. Поэтому в идеале, это еще лучше делать, в идеале во время конфетно-букетного периода, или когда у мужчины хорошее настроение, это у него понимать, чего бы ему хотелось получать от тебя как женщины, когда ему плохо, когда у него депрессия, когда ему нужна поддержка. И чего точно не нужно делать. Если говорить общими словами, не нужно мужчине раздавать советы, не нужно его жалеть, не нужно его критиковать, не нужно умничать. То есть, по сути, но если мы посмотрим, большинство девушек этими занимаются. Они начинают раздавать советы, включать бизнес-тренера, учить, критиковать. Или же, в общем, как-то так реагировать, не как нужно мужчине. Он потом делает вывод, когда мне плохо, мне не нужно открываться, потому что я получу не ту реакцию. Также ребенок. Почему ребенок закрывается перед родителями? Когда ребенок не видит в родителях союзников, когда ребенок понимает, что мама не на моей стороне, или, например, мама на моей стороне, а папа не на моей стороне. Поэтому я с мамой могу быть открытым, могу с мамой делиться, а с папой я не могу быть открытым, потому что я получу не ту реакцию. Не ту реакцию, которая сделает меня счастливым. Поэтому, или, например, я и с папой, и с мамой буду закрыт. Потому что я понимаю, что они меня не понимают. Так было, например, в моем детстве. То есть я был я, и я себя окружал стенами. Стенами или стенами, как правильно ударение. Потому что я понимал, что если я буду говорить что-то родителям, бессмысленно, они все равно меня не поймут. И я пробовал говорить, они меня не слышат, у них какое-то свое мнение, свои какие-то убеждения. Я понимал, это бессмысленно. Поэтому я буду закрыт. Я не говорю, что это правильно, я просто объясняю свое детское поведение, которое я тогда сам еще не понимал. Сейчас-то я понимаю. Сейчас я понимаю, что это в любом случае ненормально. Поэтому, но другая сторона, если ты понимаешь, что мужчина уходит в себя, ты ему не мешаешь, потом он возвращается из своей пещеры, и все круто, и в итоге у вас классные отношения, и это то, что действительно мужчине, именно твоему нужно, просто его не трогать, и он от этого счастлив, и в итоге ваши отношения классные, и тогда ты все делаешь правильно, тогда все круто. Если тебе важно еще больше разобраться, не просто там, почему мужчины закрываются. Не просто, что почему нужно говорить какие-то правильные слова, а глубинные причины, что в себе нужно проработать, чтобы мужчины действительно возле тебя преуспевали, богатели, чтобы в тебе видели классную женщину, чтобы
свои завоевания они приносили к твоим ногам, и еще тебе за это говорили спасибо, что видели в тебе лучшую женщину, что ты создавала классные отношения с мужчинами, с детьми, с собой в первую очередь. Тогда прямо сейчас под этим видео бесплатный онлайн-курс. Кликай по ссылке и успей записаться бесплатно. Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, пиши твои вопросы в комментариях и поделись обязательно этим видео со своими подружками и знакомыми. Пока!